Событием для горожан стал концерт во Дворце культуры «Юность» губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и его солиста Владислава Косарева. Зрители полюбили этого артиста за необыкновенный теплый баритон, за искренность и тот позитивный настрой, который он дарит залу. С неизменным успехом гастроли Владислава Косарева проходят в нашей стране и за рубежом. Несмотря на молодой возраст, Владислав – большой поклонник советской эстрады 20 века. И второе отделение концерта в Саянске он посвятил произведениям, которые в свое время исполняли Муслим Магомаев, Владимир Трошин, Эдита Пьеха, Андрей Миронов. Нам очень хочется, чтобы современный зритель мог, скажем так, аккуратно прикоснуться не только к произведениям современных композиторов и поэтов, которые творят популярную музыку, к сожалению, разного качества, но также, чтобы у людей была возможность насладиться той музыкой, которая уже стала, повторюсь, настоящей классикой, которую исполняли великие певцы ушедшей эпохи. Во втором отделении программы прозвучали мелодии, которые сегодня редко услышишь в эфире, но их чудесным образом помнит и знает дословно каждый житель необъятной страны. И первой стала песня «Даль великая» Евгения Птичкина на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Любовь земная». Мой родимый край, место отчие, ты и праздник мой, броня. Солнце общее и сердце общее у моей земли, у меня. Солнце общее и сердце общее у моей земли. Удивительно, но к одной из лучших песен Максима Дунаевского «Все пройдет» Михаил Боярский поначалу отнесся без особого восторга. Он хотел исполнять модные шлягеры в стиле диско, а не эту унылую лирику. Впоследствии актер, конечно, понял, что сильно недооценил эту красивую песню. Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит, нет. Следующую песню своей жене и знаменитой певице Эдите Пьехе посвятил ее муж и композитор Александр Броневицкий. Так что эта песня о любви и о счастье. Он дождя ни капли не пугается, и хоть ливень грозовой прошел. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Хорошо, 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 о-о, хорошо. Хорошо, 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 о. Уникальный и неповторимый, как все талантливые люди, композитор Арну Бабаджанян. Песню «Чертово колесо» он написал в 1968 году на стихи Евгения Евтушенко. И на конкурсе в Токио получил с ней первый приз, опередив знаменитого Фрэнсиса Лея, чья музыка к фильму «Мужчина и женщина» известна всему миру. Я лечу с тобой снова, я лечу. И одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. В 60-70-х годах в СССР появился яркий творческий дуэт Муслим Магомаев и Арну Бабаджанян. Судьба их свела, когда восходящей звезде советской эстрады Муслиму Магомаеву было всего 19 лет, а композитору Арну Бабаджаняну 40, и стал появляться шлягер за шлягером. Будь со мной, будь со мной всегда, грустью разлук, радостью встреч. Со мной мы любовь тогда вдвоем сможем.
С этой песней в исполнении Муслима Магомаева жизнь молодых людей эпохи СССР обрела новые окраски и ритмы. Пластинку с этим шлягером в 60-х годах крутили без перерыва и без остановки, танцуя твист. Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив. Зовет у нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет. Она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. В этой песенке есть строчка «Нам столетие не преграда». Причем песня появилась в 1970 году, когда широко отмечалось 100 лет со дня рождения Ленина. И слово «столетие» широко использовалось в этом смысле. Удивительно, что цензура на это совпадение не среагировала. Нам столетие не преграда, нам столетие не преграда. И хочу я, чтоб опять по забытым словам лада, по забытым словам лада. Всех любимых стали звать. Все, все, курица не надо. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди» звучала из всех радиоприемников страны в 70-е и 80-е годы прошлого века. Эта песня была хитом, а написал ее известный тогда на всю страну генерал-майор московской милиции Алексей Акимян. Его песни пела вся страна, его музыка легко попадала в душу и оставалась там навсегда. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. Все! Не нам! Вся жизнь! То, что происходило в этот вечер на сцене, никого не оставило равнодушным. Солистов, музыкантов симфонического оркестра, зрителей всех возрастов объединила музыка. Такая родная, такая трогательная, такая своя.